Белорусские футбольные болельщики привычно собираются у касс стадиона. Они пришли поддержать любимую команду, несмотря на пандемию коронавируса. Чемпионат Белоруссии – единственный в Европе, не отмененный из-за распространения болезни. В пятницу один из лидеров высшей лиги, Торпедо Белас, принимал аутсайдера – Белшину из Бобруйска. Я не опасаюсь, потому что моя любимая команда играет, Торпедо Белас, и я с ней буду всегда. И несмотря на этот заболевание от коронавируса, я всегда буду приходить. Положение, покуда что особого такого нету, ничего. Или нам не сообщают, может. Надо жить, надо ходить на футбол, пятница. Завтра выходной день. Думаем, что мы победим. Федерации футбола Беларуси заявили, что следят за ситуацией. А главный тренер Торпедо Белас поблагодарил болельщиков за поддержку. Учитывая сегодняшнее положение вообще в мире, я даже благодарен этим ребятам, смельчакам, я бы так сказал, которые находятся на трибунах и поддерживали нас. Я по крайней мере, на бровке поддержку слышу. В 9-миллионной Белоруссии, по данным на субботу, подтверждено 94 случая заражения. 32 человека выздоровели. Умерших нет. Согласно заявлению властей, проведено 24 тысячи тестов.